never to return again, but always in my heart. Это кулинарная студия «Пармезан», которая была создана в январе этого года, 2017 года. Вдохновителями, такими идейными этой студии был один из шеф-поваров, который в данный момент работает с нами. А я здесь являюсь директором, ну и владельцем, соответственно. Были курсы в прошлом году, в которых я участвовала. На самом деле, очень сильно вот этот опыт, сама кухня, сама его подача меня вдохновила на то, чтобы создать такое заведение. Как раз на тот момент таких заведений у нас не было. И вот все эти мечты, все наши какие-то планы вместе это создавали, вылилось вот в эту кулинарную студию. Это достаточно новый формат кулинарных мастер-классов для Бишкека, хотя за последнее время появилось уже около 4 таких студий. А сами мастер-классы, они в большей степени практические, чем теоретические. То есть шеф-повар, который имеет многолетний опыт в этой области, он приходит и рассказывает о том, как делать те или иные блюда у себя дома. То есть концепция нашего заведения в том, что мы готовим блюда ресторанного уровня у себя дома. Мы обязательно даем раздаточный материал, то есть все рецепты, теоретическую часть, но она все дается в ходе практики. Идея в том, что получается группа приходит, все они встают за общий стол, они вместе готовят, и тем самым мы не даем только какое-то узконаправленное, да, там, то есть один человек готовит для себя определенное блюдо. А если участвует команда, то это как некий тимбилдинг тоже. Мы рады здесь видеть любых гостей, любого возраста, начиная от самых маленьких детишек, то есть мы работаем с детьми от 5 лет. У нас сейчас мы разрабатываем программу для детей от 3 лет, и вот дальше не ограничивая, да, и 60, 70, 80 и выше. Это все те люди, которые любят готовить, которые пристрастны к кухне, да, которые любят покушать обязательно вкусно тоже. В плане кухонь мы даем разные кухни, действительно. Это и азиатская, и паназиатская, и восточная кухня, это европейская. Европейские направления, это обязательно кондитерские мастер-классы. Поэтому здесь опять-таки тоже ограничений нету. Помимо этого, мы стараемся, чтобы это была не просто кулинарная студия, а некая большая площадка, где люди приходят обменяться мнениями, обменяться рецептами. Мы здесь проводим мастер-класс в области полезного питания, просто для семей. У нас здесь проходят кулинарные свидания, тимбилдинги, то есть формат, он очень обширный. His appetite, keep him coming every night, so hard to keep him satisfied. Так как мы студия достаточно новая, мы работаем только полгода на рынке нашем, у нас уже есть, в принципе, несколько поваров, с которыми работаем постоянно, но мы всегда открыты к сотрудничеству и каким-то новым интересным проектам. Поэтому мы работаем и с другими поварами тоже, то есть приезжими, которые приезжают и хотят использовать нашу студию как некий шоу-рум, да? Также те шеф-повара, с которыми мы еще не успели поработать, да? В принципе, единственный критерий для нас – это профессионализм, да, шеф-повара. То есть, если он действительно владеет своими навыками, если он умеет подать свою информацию, то мы готовы к сотрудничеству с каждым. Like it was just a game, pretending to feel the same, then turn around and leave again. Мастер-классы разовые, они у нас проходят в основном по выходным. Курсы мы проводим по-разному, в зависимости от того, как наберутся группы. Так как сейчас, например, лето, и все люди уезжают на Иссык-Куль, но тем не менее есть какое-то определенное количество людей, которые остаются в городе и которым интересно с пользой провести время, да, те же самые летние каникулы. Это и дети, и взрослые. И вот курсы мы проводим сейчас просто в будние дни. Мы очень рады видеть всех гостей у нас в студии, тех, кто любит вкусно поесть и вкусно приготовить у себя дома. И рады видеть всех у нас. I